при опустынивании содержалось большое количество титана. Ну, я бы не сказал, что оно большое прям такое, но в принципе хватит. Продолжить. Пошли нижние, еще изучим планетку. Да, и кому интересно, серия реально разделяет, так что если что, кому-то обидно, то здорово всем. Просто мне так удобнее. Для каждой серии вставлять это, ну, смысл, в принципе, смысла я не вижу. Так, ага, еще один пустынный город. Жесть какая. Топ, планета не изучена. Как это? Я вам сейчас дам, планета не изучена. Слушай, а может и солнце вспыхнуло? Потому такая ботва. Это две планеты мертвых городов. Это как-то многовато на звездную систему. Здрасте. Как дела? Я уже не первый раз вижу эту станцию. Вот это вот странно, конечно. Так, пойду-ка я на паузе, пока попросю вот эту вот хрень. Подлетел к аномалии, она исчезла. Нет, не исчезла, вот она. За... Что за ерунда такая? Что, даже не знаю. Очень странно. Даже чересчур. Даже для меня. Семена космические, ну ладно. Ха. Ну, 120 очков исследования. Не зря летел, не зря летел. Опс. Так. А здесь жарковато, возможно, будет. Ну, смотри, правда, кто здесь живет? О, неплохо. Но мне не нравится множество красных точек. Кто здесь живет? Кто в теремочке тут живет? О, блин. Да ни хрена себе, здесь меня так кочегарят. Че, издеваетесь, что ли? Да, в теремочке здесь кто-то живет. И больно, блин, зараза бьет.
Да японская блоха. Чё за зелёный лазер? Так, ну я понял примерно. Сюда надо врываться на полной энергии. А, стоп. Один за мной идет. А я с тобой, козел, пообщаюсь. Зря ты от своих отделился, друган. Бронированный-то. Осталось трое, если не ошибаюсь. А может и меньше. Сейчас попробуем, будем по одному их перехватывать. Операция перехват. Так, куда-то делся еще один ракетный козюль. Да, он делся. Так. А, нейтроневый маяк еще один. Ну, понятно. А вероятно, они их сделали специально, чтобы знать потом, на какую планету заселяться или где базы делать. Черт его знает. Или помечали просто планеты. Скорее всего, помечали планеты. А что планета на отшибе нам расскажет? Ничего. Немножечко обидно, но ладно. Так, в принципе, здесь мы изучили уже. Здесь вообще-то тоже, да? Угу. Так, значит, нам надо к этой звезде двигаться. Куда, кстати, лучше двигаться? Но я думаю, давай-ка мы вот раз тут джамп есть. А к этому джампу пойдем и потом сюда. Потихонечку попремся, как изначально я планировал. Ну да, как я изначально планировал, так и сделаем. Так, подлетаем. Кто-то напишет в комментариях, лучше не позорься. Я пойму. Так охота, чтобы этот гиперпрыжок был нормальным. Не, ну хотя реально вот так, если собрать какое-нибудь исследовательское судно быстрое, я думаю.
Блин. Могу, в принципе, неплохо получиться. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А шо у нас тут, ава? Так. На этой Луне с умеренным климатом есть несколько крайне нетехнологических видов позвоночных. Ладно. Однако на берегу небольшого пресноводного озера находится артефакт продвинутой цивилизации. Массивная полупрозрачная кубическая структура. Показания энергии свидетельствуют о том, что она активно занимается чем-то. Попытаться взять для анализа образец структуры. Просканировать структуру. Так, поначалу ничего не происходит. Команда пытается поменять частоту звукового импульса. Внезапно возникает резонанс, куб начинает вибрировать и спустив печальный звон, разрушается. Просканировали. Каким бы ни были тайны хранимые структуры, теперь они утеряны. По крайней мере, нам удается добыть кристаллических немного ресурсов. Забавно. Ну, кто ж знал. Кстати, тут походу система без соединения, да? Забавно. Так. Угу. Обнаружен аванпост старателей. Лады. Так, что-то я слышал интересное. Кто-то здесь прибыл. Давай-ка посмотрим, кто это такой тут интересный. Эх. Подлый зонт. Их редко удается схватить. Ты кто? Блин, эти пташки, смотрю, здесь везде разлетались. А так, если... Неприятно, да? Давай, давай, сюда прыгай. Молодец. Блохатина холодная. Выйси, выйси. Хорошо, он пытается... Что он пытается сделать вообще? Меня такой вопрос мучает. Но он только единственное, что делает, так это мне мешает. Скорее всего, это и была его цель, что ли? Странно.
Странные какие-то они. Голубой гигант мой уже изучен, да? Ну, воды. Так, ну куда пойдем? Тут выбор-то немного, давай сначала сюда. Потом вот так вот. А, вот, смотри, тут нашли планетку. Значит, где-то тут этот застрял. Это реально издевательство какое-то. Так, 1500, блин, чуть-чуть не хватает. Там, да, вот интересно то, что выходит, то, что ты изучаешь технологии станции, а тоже становится технологически более развитой. Но щиты, щиты. Если у станции были бы щиты, помимо укрепленной брони, хотя было бы неплохо. И то крайне неплохо. Надо как-то их раздобыть. О, начали появляться планетки. Окей. О, переход есть. Уже любопытнее, куда он нас заведет. Так, здесь изучили. Не забывать надо ставить эту хрень. А тут как-то что-то многовато друзей новых, да? Нет, это старые друзья. Очень старые друзья, которых я терпеть не могу. Чинятся-то они неплохо и быстро, кстати, должен сказать. Надо их поближе подпускать, я понял, как с ними работать-то, однако. Как красиво-то, а?
Да, они просто не дают мне, сволочи, исследовать. Вот и все. Гады какие. Ты ж, он летает вокруг меня, не дает просто мне исследовать. Давай попробуем от него убежать. Что будет дальше? Да, они не дают исследовать, вот и все. Это их не основная цель есть. То есть не атаковать тебя, а просто помешать. Вот, блин, вот паразиты. А, исследователь шал приземляется в условиях отсутствия видимости. Попытка присесть на шаттле... А, пролететь на шаттле хоть немного ближе к обнаруженной аномалии будет чистым самоубийством. А, идти через буран. Полкилометра от шаттла раздается грохот нескольких миллионов тонн снега, обрушившись на команду. Когда все прекращается, то выясняется, что уцелели все, кроме офицера безопасности. Его скафандр все еще передает присутствие жизненных показателей. Похоже, что... Так, давай-ка попробуем. Угу. Команда приступает к быстрым и тщательным поискам в том месте, где последний раз была замечена женщина. Через полчаса ее вытаскивают из-под снега в бессознательном состоянии, на живую. Когда шаттл взлетает, область накрывает очередная лавина. Веселая планетка, я тебе скажу. Наука. Блин, еще две такие блохи. Попробуем как-нибудь справиться. Ракеты надо как-то тоже подучить было бы. Без ракет вообще не справишься. Ну да. Начинается. Да все, мне, чувак, уже больше ничего не надо. Значит, мне еще отставать не будет, да? Такая подлая тактика, не дадим тебе изучить ничего. Угу. Как эти клопы мне надоели, ёлы-палы. А, ну фу, тут нет аномалий никаких. Нафиг, даже трогать их не буду, надоело. Бессмысленно. Так, сюда, наверное, прыгнем сейчас, да? Это было бы неплохо. Что? Угу, сразу здрасте.
Понятно, он скотина меня отвлекал. Блин, побеждают меня, слушайте, тварюги. Поршуны. Врезались друг друга два барана. Ой-ё. Да, слушай. Бойцы, блин, невидимого фронта. Капец. Это ж надо было им так додуматься. Ну ладно, главное, выжили. Просто будет, если я вернусь на станцию, будет нападение, и при недостаточном количестве очков нас могут, мягко сказать, продавить. Все равно придется рискнуть, да? Ну ладно, не сейчас, еще поживем немного. Так, все изучено. Все, готово. Люб. Не очень-то мне нравятся эти территории пернатых. И воевать, конечно, это ужас какой-то.